Белгородские грузоперевозчики освоили новую систему оплаты за пользование федеральными трассами. С техническими трудностями владельцы большегрузов справились, теперь пытаются преодолеть финансовые. В Белгороде прошла финальная игра весенней серии «Что, где, когда», организованная молодежным движением «Новое поколение». Зрители обыграли знатоков со счетом 6-5. Взять реванш игроки теперь смогут в следующем сезоне. Пройти отборочные туры, чтобы осенью попасть в команду, могут попробовать все желающие. В Белгородской государственной филармонии при поддержке правительства Москвы прошел 15-й Московский пасхальный фестиваль. Молодые музыканты из России и Германии представили зрителям программу классической музыки, объединив великие исполнительские традиции двух стран.